Привет, друзья! С вами снова InfoBizControl. Сегодня мы рассмотрим такой сервис, который называется KeyStarter или заработок в интернете, личный опыт 2017 года. Перед началом обзора я рекомендую вам подписаться на мой второй канал, который называется Easy Money. Простые методы заработка в интернете. Ссылочка на канал есть в описании. Переходите и обязательно подписывайтесь. Итак, давайте начнем. Ну, как вы, наверное, увидели из название видео, а также из превьюхи. Вообще там было написано KeyStarter, но сайт у нас, как видите, здесь написано «Заработок в интернете. Личный опыт 2017 года». Почему так? Потому что, когда человеку дают ссылку на KeyStarter, чтобы он попал на KeyStarter, ему не дают сначала ссылку напрямую. Почему? Потому что это очередной лохотрон с ePay. Для начала лоха нужно развести. И сейчас я расскажу, как это происходит. Но, как обычно, когда я делаю обзор на какую-нибудь какашку с ePay, я даю вам что-то интересное и полезное. Сегодня это будет курс, который называется CPA InstaCash. Зарабатываем от $100 в день на бесплатном трафике из Instagram. Кому интересна эта тема, кто хочет заниматься реальной работой, а не нажиманием на кнопочку, то скачивайте курс CPA InstaCash. Скачать его очень просто. В описании есть ссылочка. Если вы по ней перейдете, вы попадете на вот эту статью о вот этом лохотроне KeyStarter. Переходите, вот статья идет, статья. Потом спускаетесь вниз. И вот здесь видите, скачать бесплатно курс CPA InstaCash. И тут написано, что бесплатно скачать курс, поделитесь этой статьей. И все просто, делитесь статьей, кнопочка вот такая вот появляется, и по ней скачиваете сам курс. Вот, все очень просто, то есть ссылка под статьей. А теперь давайте перейдем и рассмотрим этот лохотрон. Он тут многоступенчатый, ну, насколько я его успел исследовать, но я толком почти здесь ничего не делал. Вот, когда наш лох попадается на вот этот вот лохотрон, то есть ему там скидывают ссылку, как всегда, там через спам, он попадает на вот такой вот сайт. Как видите, здесь есть видеоролик, далее идет вот такая вот веселая картиночка, еще что-то, перейти к регистрации, и вот идут как бы отзывы. Ну, отзывы, естественно, липовые. И самый прикол — это вот в этом видеоролике. Что здесь вообще происходит? Начинаются вот такие буковки, слова, и там какое-то чучело рассказывает, что он там какой-то Олег Комов, о том, что он такой прям разоблачитель лохотронов, все такое. Видите, вот здесь написано «несколько сотен лохотронов я вывел на чистую воду», о том, что он прям такой разоблачитель, у него куча статей на разных сайтах и форумах, ну и все такое. Ну, конечно же, это все полный чёс, потому что нигде никакой информации ни о каком обзорщике Олеге Комове нет и быть не может. Понятно, что это выдуманное имя, и когда обычный там человек, лох, попадает на такой сайт, он просто слышит и верит всему этому. Ну, то есть, понятно, что те, кто умеет пользоваться хотя бы поиском в Гугле или в Яндексе, они на такое говно никогда не попадутся. Ну вот, люди ведутся, и ведутся очень-очень многие. Вы только посмотрите, сколько людей уже повелось на это говно. У них нет мозга. Теперь давайте дальше. Ну и дальше этот чумоход рассказывает, что типа вот эта вот статья, вот этот сайт для того, чтобы проверить сервис KeyStarter. Идет он на KeyStarter, регистрируется, и там дают ему сначала первый ключ. И он этот ключ вставляет, получает за это там 600 рублей, потом начинает покупать вот эти ключи. Ну, в итоге, короче, все идет к тому, что он зарабатывает, сейчас посмотрим, вот видите, 5087 рублей, буквально там за несколько минут. Ну и, конечно же, он их потом удачно выводит на свой банковский счет. Ну, на самом деле, это, конечно, все говно, ни хрена здесь никто ничего не выводит, но то, что в видео показано, то показано. Вот. Ну, давайте теперь мы все сделаем и пройдем. Я вам покажу, что здесь вообще происходит в этом лохотроне. Переходим к регистрации. Видите вот такую вот красивую анимацию. Ну, она вообще везде здесь присутствует. Вот я ее в отдельном. Ну, то есть, видите, это просто картинка, красивая гифка. Не более того. И здесь везде такие картиночки красивые. Сейчас увидите. И теперь
Вот здесь нужно зарегистрироваться. Видите, лохотронщики постарались, красивый сайтик сделали. А вот у нас еще здесь есть бонусный ключ, который нужно скопировать. Мы его копируем. Вот, и теперь заполняем. В общем, смотрим. Видите, я все отлично заполнил, да? Нажимаем регистрация. Видим, здесь такая у нас красивая анимация. Все, мы зарегистрировались. Вот даже мое имя здесь выдалось. Все отлично. То, что я вводил, видите? Все чудесно. То есть там можно от фонаря абсолютно все вводить. Не нужно ничего там придумывать. Просто можете единичку, двойку или что-то каракули написать. В принципе, значение не имеет. Вас все равно зарегистрируют. Вот, и что у нас теперь? Получается, нам нужно открыть ключ. Нажимаем открыть. И как помните, нам там давали бесплатный ключ. А вот он, собственно, сейчас мы его вводим и нажимаем запуск. Там-там-там-тара-тара-там-там-там-там-там-тара-тара-там. Вот это тоже очередная картиночка, можем ее открыть. Вот видите, в отдельной вкладочке я открыл. Тут много таких красивых картиночек. Ну, лохотронщики стараются, у них денег много. Почему бы и не заплатить кому-то за красивые гифки? Вот, идет конвертация ресурсов, проверяют, подходит там что-то, не подходит. Ну, на самом деле понятно, что полное говно. Вот еще одна красивая картиночка. Давайте ее посмотрим. Пиу, 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 пиу. Отличная картинка. Вот, смотрите, бабло пошло, пошло с бесплатного ключа нам, отлично. 1060 рублей, да, ну все супер, видите, все, 1060 рублей. Но для того, чтобы вывести деньги, нужно 3000 рублей, как видите, да, а у нас только 1060. Ну и тут вот начинается самое веселое. Заходим в магазин ключей, и тут у нас разные ключи, их аж 6 штук, и тут нужно вот 600 рублей, 900, и чем дороже ключ, тем больше с них можно заработать. То есть вероятность того, что вы заработаете, есть до 2800 рублей, а есть вероятность, что вы меньше 900 даже заработаете. Но это сам вот тот лохотрончик так рассказывал. И он еще впаривает одну басенку, которую впаривают все лохотрончики, которые пытаются, ну вот типа что-то с ключами, такой лохотрон сделать, что они рассказывают о том, что, ну вот, допустим, самые дешевые вот эти ключи, они часто бывают проигрышные, то есть вы купили, допустим, за 900, а вам может выпасть там 500, или там купили за 600, а может выпасть 30. И вот в том видеоролике он так и показывает, там купил за 600, и ему выпало 300 рублей, типа в минус ушел. А потом он покупает там, не помню, по-моему, за 1400, и ему там сразу прилетело там 4 или 5 тысяч, ну, или вот этот он покупает, не помню. Все очень весело, то есть чем дороже, тем больше бабла и все такое. Ну и понятно, чтобы это все добро купить, у нас тут есть ePay, оплата через ePay, конечно же. Очередной раз объясняю, если вы первый раз вы смотрите мое видео, ePay площадка физически не предназначена для выдачи каких-то рандомных ключей, кодов или чего-то еще. Она может присылать информацию только одну и ту же всем людям. То есть вы за что-то заплатили, вам пришла ссылка, допустим, на скачивание курса какого-то, не больше. То есть эта площадка физически не может работать с вот таким сервисом, как Keystarter. Этот сервис, понятно, что лохотрон, но, допустим, если бы он существовал, то здесь нельзя было бы оплатить через ePay. Здесь подключена была бы какая-нибудь система RoboCassa или что-то еще. Но это так, отходим от темы немножко. В общем, развод весь, я думаю, понятен. Что происходит дальше? Понятно, что мы эти ключи покупать не будем, но тут прикол такой. Смотрите, человек заходит, покупает вот эти ключи, и ему действительно, он там может потратить 1003, и ему выпадет вот тут уже там 1005-6, может 8. Ну, то есть он где-то там 3-4 тысячи потратит, и в этом районе, и где-то ему там уже как бы выпадет сумма, которую он может вывести. И он заходит же, чтобы вывести, вот здесь нажимает вывод средств, нажимает заказать вывод. Ну, как видите, у меня нету просто здесь этих 3000, так сказать. Но
когда человек начинает выводить, что получается? Ему выскакивает еще одна картиночка, в которой написано, что ваше устройство не найдено, и там что-то. Короче, нужно заплатить еще 390 рублей. Ну и человек уже там вкинул 3 или 4 тысячи, и ему уже как бы эти 390 рублей ни туда и ни сюда, и он их тоже платит, конечно же. Ну и в общем, на этом развод заканчивается. Дальше он сидит, ждет своих денег. И там еще написано, после того, как он там заплатит, что теперь идет обработка заказа вашего на вывод средств. Но так как заявок до хера, заявка может длиться, ну, может выводиться дольше, чем обычно. Ну, и дольше, чем обычно, это уже вечность, потому что денег вы уже не увидите. В принципе, больше рассказать нечего. Не забудьте подписаться на мой второй канал, ссылочка на него есть в описании к этому видео. А также скачивайте курс, который я обещал, который называется CPA InstaCash, заработок там $100 на бесплатном трафике из Инстаграма. Переходите по ссылочке и скачивайте. В общем, друзья, на этом все. Зарабатывайте много и честно. Пока.